Всем привет, на канале Fallout 87, и с вами снова я, Фалыч, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием StarCraft 2, да-да-да, именно ее, ту самую легендарную игру, продолжение, которое мы сегодня проходим. Так, ну давайте, новости для начала глянем. Донни Вермиллион, UNN. Ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны на двойной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Ну нифига себе, его запикали-то как. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Его не уйдут. И произойдет он. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности Охренеть. Всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Ничего вообще было непонятно, что это за пень, блин, вылез в затемнении, что он сказал и, в общем, что хотели сказать этим вообще репортеры. Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения. А потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Ну еще бы. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгска. Главное, чтобы не работали на Менгска. Ну, в принципе, все логично. Давайте посмотрим, ребят, что у нас. О, мы можем поговорить с ней. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джории. Редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Хм, ну это ж понятно. Мыслительные способности или телепатические развития. Так, давайте посмотрим, что у нас там развилось-то уже. Ох ты, мы можем второй уровень, что говорится, исследование зергов. Так, что у нас тут? Планетарная крепость. Планетарная крепость. А, ну да. То есть на основной крепости у нас получается вот это вот хреновина. А это огненные турели. Если честно, ни то, ни другое я не использовал. Ну давайте вот планетарную крепость улучшим. Да, разработаем вот так вот. Хрясь и все. Так, что у нас здесь? Образец ткани зерга. Давай посмотрим, какие там изменения. Видите, он вырос. Посмотрите, какой. Образец ткани зерга продолжает эволюционировать. Он обладает моторными функциями, несмотря на отсутствие нервной системы. Ух ты, прикольно. Он выделяет больше тепла, чем мог бы поглотить, находясь в пробирке. Я начинаю понимать, как зергам удается так быстро закапываться. Они обладают миллиардами крошечных мышц, постоянно вибрирующих с низкой частотой. Таким образом, им удается разрыхлять землю и крошить камень. Нифига себе. Они буквально плывут под землей, а скорость их перемещения приближается к скорости бега. Похоже, это знание может оказаться нам полезным. Ну, давайте, пусть окажется. Так, ну, собственно, больше здесь мы ничего сделать не можем. Так, а давайте в арсенале посмотрим, может мы можем... Нет, со Своном мы поговорить не можем, и техники у нас другой никакой нету, жаль. Но зато у нас на консольке какие-то улучшения появились. А, ну да, здесь появились головорезы, которых мы можем улучшить. А давайте посмотрим на базу. На базу мы можем улучшить ракетные турели. Так, в технике... Ну, давайте лучше базу улучшим. Это будет поважнее. А, у нас, кстати говоря, остались еще... Так, можем огнеметчиков улучшить. И спаренные огнеметы удваивают огневую мощь галеона. Ну, давайте их тоже сделаем. Хотя вот этими галеонами я редко вообще пользуюсь в этой игре. Ну, ладненько, не суть важно, пусть будут. Так, что у нас здесь? Мы можем пообщаться с Тошем. Ну, давайте.
Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на что-то Белшире, глазки мне этого Тоши не нравятся, ребята. Такое ощущение прям, что это Риддик. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Что ж? Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Так, ну что же, ребят, давайте поехали дальше. Следующая планета нас ждет. Так, что у нас? Белшир. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Угу. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Ну еще бы. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Ну, по крайней мере, попытаются. Вот, кстати, ребята, голиафчики. Прикольные, я так сказал бы, боевые единицы. Так, что у нас здесь? Гавань. Мои люди основали на гавани колонию. Угу. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно по-любому выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Угу. Ну что ж, давайте, наверное, поможем нашим колонистам все-таки это добраться до планетки. Или все-таки Белшир. Давайте Белшир, наверное, по порядочку будем все проходить. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что тирозин — священный дар Зелмага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, Компуй, сделай. Будут тебе голиафы. Ну что ж, голиафы будут, а это уже означает веселье. Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина. Подходи, добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Ну что ж, поехали. В общем, нужно собирать этот газ, вести его к себе на базу. И, собственно, мы выиграем благодаря этому. Но... наверняка будет подвох. Давайте посмотрим, что же за подвох там произойдет в этой миссии. Ну и, конечно же, наша любимая, всеми обожаемая загрузочка нас ждет. Вот она загружается. И можем начинать. Так, ну, вначале, как всегда, мы направляем на минералы всех наших КСМов, всех наших рабочих. Ага. Это наша вся армада. Давайте их вот сюда поставим, чтобы вообще просто видеть хотя бы. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Давайте, наверное, надеюсь, самое первое место тирозина вот здесь вот. Тебе жизнь. По-любому воины будут. Давайте их завалим. Могут перевозить канистры с тирозином. Так, одного отправим вот на тирозин. Соединить их потребуется некоторое время. И второго так тоже отправим на тирозин. Да не боись, не оставим без присмотра. Две канистры разом тогда возьмем. Так, что у нас там с КСМами? Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Да ты че? Немедленно убирайтесь прочь. Так-то я этих чуваков понимаю вполне.
Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протасы приводят войска в боевую готовность. Давайте вот превентивный удар сделаем. Нападем первыми. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. И вот этого завалим сразу. Так, давайте-ка вот этого КСМчика сюда отправим. Обходишь подвал алтаря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от толдаримов. Но чем скорее давай. Мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планеты. КСМ готов. Вот этот КСМ, кстати говоря, зря он сюда попер. Хотя, ребятки, смотрите, здесь какая-то реликвия лежит. Давайте-ка мы ее соберем. Глядишь, нам повезет собрать. Так, давайте первого построим. Ну, что там с КСМами? Так, подождите, ребята. А у нас нехватка острая. Острая нехватка складов. Давайте-ка их строить. Так, ты пока собирай. Канистра. Так, вот вторая канистра. Так, подождите, одну... А, не, мы там двоих уже отправили. Давайте-ка мы вот этот сейчас принесет канистрочку, и мы сможем поставить хоть что-то. Так, что там? А, они сейчас на нас в атаку, скорее всего, попрут. Да, ты чё? Протасы послали за вами авиацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. А, фиг вам. Голиаф на связи. Так, Голиаф, это круто. Голиафчик, иди сюда. Я уже застрял. Кому наверх? Давай, мочи. Голиафы, кстати говоря, мощные против авиации. Это вполне даже, я так сказал бы себе. Так, ну надо еще голявчиков. Недостаточно минералов. Да, понятно, что недостаточно. Что у нас там с КСМами? Почему не копятся? Минералов. Так, надо бы еще бы хранилище, ребятки. Хранилищ не хватает. Просто пиндец как не хватает. О, два уже идут. Отлично. Этого на минералы. Так, вот этих надо перемещать, соответственно. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Даем в том же духе. Большая часть канистр уже у нас. Так, нифига не больше пока что. Пока что нифига давай, не больше. Надо вот как-то сюда прорваться, а... Ну-ка, давай, сейчас вот жахнем по ним. А, нет. Скрипя. Не согрелся. Вот. Беги. Валить. Так, Голиаф, иди сюда. Так, завалили. Вот не знаю, кого первым здесь валить. Вот этот пилон, наверное, пилон. Давайте его завалим. Ай, бляха, муха, отходишь. Отходишь. Валить этого чувака. Да. Ох ты, нифига себе, там кто попер на нас. Валить скорей. Блин, они что, жесткие ребята, я смотрю. Так, давайте-ка. Так, у нас, кстати говоря, ребята, газа в Испена не хватает. Вообще, причем не хватает конкретно. Так, ну давайте, где там у нас? Где наши хранилища? Внимание. Запечатывают, сволочи. Ну ладно, фиг с вами, запечатывайте. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Ну а что сделать-то, а? Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Да все понятно, это что, надо пошевеливаться. Найти бы еще этот тирозин. Что там у нас этот делается еще? Так, ребята, нам нужно, получается, побольше сейчас ингредиентов, что говорится. КСМы что-то очень-очень медленно появляются. Так, один голяв появился, это здорово. Давайте накапливать. Так сказать, наши войска здесь. Так, отличненько, вот он. Еще один пусть копится. Так, надо бы еще одно хранилище построить, а то у нас маловато народу.
Так, что у нас здесь? ТСМ готов. Выкладывай. Угу. Так, нам бы побыстрее бы развиться, и было бы просто супер. Желательно бы еще медиков с обычными морпехами, это будет просто класс. Так, сюда давайте попробуем напасть на них опять. Блин, сломали одного Голиафа, сволочи. Что-то они какие-то слабые совсем против здания. Брони у них совсем мало, ну валите, да ёлы-палы. Вас понял. Давайте, ломайте. Надо получается, еще одну базу мы можем здесь зафигачить. Это будет вообще круто, ребята. Так, что у нас там с народом? Народа у нас мало, пока мало. Так, давайте-ка построим еще один виспеновый гейзер. Он нам пригодится. Так, ну что там, где там наши кристаллы? Копите кристаллы. Давайте, давай. Опа. Бронька пошла. Так, и нужно еще одного. Вы-то что прохлаждаетесь? Ну-ка, валите. Всех валить. Одни останемся. Ну, давай. Построить Голиаф. Давай, еще нужно 150. Точнее, чуть меньше уже. 25. Еще меньше. Отлично. Поехал второй. Так, сейчас второго еще поставим. Будет вообще шикарно. Просто супер. Ну давайте, КСМы, ну давайте, плодитесь. Что же вы так медленно-то строитесь? Так, давайте еще одно хранилище построим. Так, что у нас с КСМами? Нам нужно, получается, 3 и 4. Итого 7 еще КСМов. Многовато, ребята. 7. Еще троих надо будет в очередь поставить. И будет все, собственно, для минералов, по крайней мере. Так, еще двоих нам надо для минералов. Так, еще одного для минералов. Ну давай, КСМ, стройся быстрее. Да, кстати, не забываем, что у нас здесь Виспен еще нужен. Так что еще двоих надо. В итоге троих. Голиаф, иди сюда. Так, надо еще одного ставить сюда. Давайте сразу его отправлять туда будем. И морпеха тоже так же. Так, что у нас с КСМами? Сейчас, в данный момент, 17 их на минералах, и еще четверо будет. Итого 21, вот 22, еще двоих надо. Так, еще одного. Ну вот, вроде бы все выправилось у нас, обстановка. Теперь у нас минералы быстро копятся. Так, они уже второй запечатывают. Да ладно, фиг с ним, хотя бы... Мы сейчас вроде накапливать начали войска наши, и это есть хорошо. Ну давайте, копите минералы, давай, вот, отлично. Так, что у нас здесь? У нас получается 19 плюс 4, надо бы 5 еще. Вот, все КСМ у нас есть, и один строитель из них. Так, нам бы построить вот эту вот радиовышку, вот это было бы круто просто, радарную нашу. Да, вот тут здесь где-нибудь поставим, чтобы на нас никто не напал, помимо нашей воли, так сказать. Ох ты, бляха-муха. А, это наши валят. Я тут уже испугался, что на нас напали. А на нас никто не напал, и это здорово. Так, кого мы можем там еще построить? Вот так сделаем. Что у нас из исследований здесь? Надо сотню минералов, чтобы исследовать оружие у морпехов у наших. Да, вот так и сделаем. Надо бы еще Голиафов копить. Голиафы, копитесь. Доктора вызывали? Да, вызывали. И доктора, и шмоктора всех вызывали. Всех, кто только нам пригодиться может. Так, отлично. Мы теперь, по крайней мере, будем видеть, когда к нам будут приближаться враги. И это очень здорово, это очень полезная приблуда. Так, давайте улучшение строить еще одно хранилище. Завершено. И еще и улучшение завершено. Отличненько. Тут у нас вот небольшая, получается, басота. Так, надо бы еще один КСМчик нам построить, который будет чинить наших вот этих голиафов, да, вот этих роботов таких огромных, больших, мощных, я бы сказал, да. Так, еще один голиаф. Ох ты, на нас напали. На нас напали. Ну, не особо так, чтобы прям напали они.
Так. Окей. Ну-ка давай, латай там всех. Так, давайте еще один КСМ построим. А вот этот пойдет здесь все застраивать. Давайте еще одну вторую базу построим, чтобы у нас минералы копились быстрее. И это будет круто. Будет две базы, будет супер просто всех выносить. Ну давай, копите, копите минералчики. Минеральчики, копитесь. Мы тут, в принципе, нехилую сделали, нехилую такую вот группировочку для начала, в принципе, на уровне сложности боец этой группировки для начала вообще за глаза хватит, ребята. Недостаточно минералов. Ну как недостаточно? Все уже достаточно. Так, вы идите сюда. Вы идите сюда. Давайте посмотрим, где здесь у нас есть. Хотя нет, давайте, наверное, еще подкопим. Подкопим народа, и это будет круто. Так, вот еще. Недостаточно. Да, что ж такое-то, минералы. Копитесь быстрее. Вот, отлично, построили. Так, надо еще голиафов строить, потому что голиафы, они универсальные существа, что говорится, универсальные роботы, которых мы можем высылать на разные виды заданий, так сказать. И это есть круто. Так, но нам опять же не хватает хранилищ. Сейчас мы это дело поправим. Они опять там запечатывают что-то. Запечатывают алтарь с тирозином. Да вы уже напечатались, ёлы-палы, а. Так, давайте-ка сюда отправим наших боевых кабанов. Они нам вполне пригодятся. И это есть круто. В принципе, у нас уже вон толпень неплохая. Так, давайте еще кабанов отправим. И можно будет идти в атаку. Да, вот таким вот образом. А еще бы хотя бы топ секьюрити было бы тоже прикольно. 250 еще нужно минеральчиков. Кстати, кстати говоря, мы можем турельку здесь построить. И это здорово. Давайте-ка ее, наверное, построим на всякий пожарный, ребятки. Голиаф на связи. Да на связи, Голиаф. Молодец, что он на связи. Так, мы хотели топ секьюрити вызвать. Давай, 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 копись, копись. 250, ну давай, ну почти уже. Уже почти. Вот, отличненько. Топ секьюрити у нас есть, и это здорово. Так, что у нас тут с медиками? Медик. Так, ну, собственно, басота у нас появилась нехилая. Я бы побрал этих талдаримов. Да ладно. Если они запечатают алтари, мы никогда не соберем газ. Да нифига они не запечатают. Отправь алтарям своих вояк, пусть разгоняют протосов. Отправим, не переживай. Сейчас вон у нас вторая база начала развиваться, и это есть круто. Я уже заждался. Вот, все, у нас огромная басота, которую уже у нас, я думаю, вряд ли кто-то сможет остановить. Улучшение завершено. Мочи. Доктора вызывали? Понятно. Так, здесь где-то был КСМ, давайте-ка его отправим на добычу минеральчиков. Давай, давай, вот, вали. Тебя тоже отправим на добычу минеральчиков. Так, это что, уже запечатаны, что ли? Ни хрена себе они оборзели, блин, уже запечатали. Одну штуку. Так, вас пока сюда. Ты давай, строй. Вот так, отлично. Кто там опять больно решил сделать нам? Но не получилось у них сделать нам больно. Да, больно у них не получается нам делать. Так, нам надо бы еще голявчиков построить. Недостаточно. Давайте минералов. Так и сделаем. Вот пятерочку сразу забалбеним. И будет требуется круто. Помощь. Так, что там, помощь требуется? Кто там на нас нарвался? КСМ готов. Да и хорошо, что он готов. КСМы нам нужны. Выкладывай. КСМы нам важны. Так, давайте-ка еще хранилище строить, а то у нас скоро уже максимальный запас хранилищ будет. Требуется. И это есть нехорошо. Недостаточно так, минералов. Иди сюда. КСМ готов. Иди сюда. Так, и ты тоже иди сюда. Будьте ремонтить все. Ремонтить все и всех. Что еще? Так, что тут у нас? О, отлично, еще одна канистрочка. И еще одна канистрочка. Голиаф на связи. Давай, Голиаф, ползи к нам. Готов.
Так, тебя на минеральчики мы отправим. Вот, отлично. Еще одна канистрочка. А, опоздал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он опоздал. Он пытался запечатать тут у нас все. И обломался. Давайте пошли к следующим, так сказать, этим бочонкам. А твои рейдеры шустрые парни. Да я тебе про что и говорю. Они вообще супер-пупер. Так, здесь вот что-то их много. Давайте их разобьем. Чтобы они на нас вдруг не решили напасть. Вот так вот. Отхреначим их всех. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Хрясь, хрясь, хрясь. Получи, получи. И еще тебя вот так. Всех вот так вот отфигачили. Нам же нужно, помимо всего прочего, еще две реликвии найти. Два исследования, так называемых. Так, а здесь у нас что... Тут у нас получается ничего. Здесь у нас все уже запечатано. Нам сюда, значит. Все ясно. Так. Голиафы тут у нас есть, и это хорошо. Они нас будут охранять. Давайте-ка морпехов создадим. И еще двух голиафов. Так. Так, 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 так. И хранилище давайте начнем дальше строить. Ага, все. Он уже настроился. Вот теперь ты будешь строить. Как эту базу атакована? Идите нахрен. Ёпта-мопта. Их сколько там? Ну-ка идите сюда. Валите. Валить всех. Валить всех. Вали. Вали их корабли. Ну вы чё там как медленные, как коровы, как улитки бегаете? Ёлы-палы, в самом деле-то. Вот, завалили, молодцы. Есть свободёнка. Давайте, чинитесь, лечитесь. И дальше в атаку. Давайте вот сюда, вот здесь он как раз тирозин есть. Так, где там наш КСМ? Вот он, КСМчик. Ты давай добывай здесь. Так. Морпех прибежал. Это здорово. Еще одного. Так, надо медиков. Медиков обязательно надо. А что там, ну, второй уровень-то развития? Ни брони, ни оружия тут у нас нету. Ну жаль, какая жаль. Так, а что у нас, кстати говоря, с кабан... Ну, давайте, псы, пусть будут, в принципе. Огоньку. Не найдется таких гопники, огоньку. Так. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Да ты чё? Убейте их всех. О, кстати говоря, ребята, видите, реликвия здесь тусуется. Вали! Вали, чуваков! Валите все! Всех вали! Вот, как раз расфигачим сейчас вот этот кораблик из них. Вот, сейчас тирозинку сейчас заберем. Так, а мы что уже... Собрать тирозин, ёлы-палы, ребята, мы не успели реликвии собрать. Давайте хотя бы вторую соберем. Уж не три, да хотя бы две соберем. А то вон, смотрите, как оказывается у нас. Мы уже весь тирозин собрали, который нам нужен был, по сути. Да фиг с вами, мы сейчас всех перебьем. Валить. Мочи. О, они телепортируются, ребят, смотрите. Да и фиг бы с ними. КСМ он последнюю пошел. Потащил, точнее. Понес, потащил, принеси. А, блин. Да и фиг с ними, мы уже победили их, получается. Единственное, реликвию вторую, последнюю, точнее, третью не смогли собрать. Какая жаль. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Ну, в принципе, у нас что-то миссия очень быстро прошла, ребята, если вы не заметили. Прям вот за раз мы смогли забрать 4 бочечки, а потом еще 3. Ну, в принципе, здорово, но, к сожалению, дополнительных ачивок мы не открыли в этот раз. Ну да ладно, не суть да важно. Так, что же у нас дальше там будет по списку? Давайте смотреть. Опять наша любимая, всеми уважаемая и долгожданная загрузка. Ну и, естественно, видеоролик, заставочка. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков
Они использовали Джори и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки. Ох ты, ножичком бабочкой. Поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Хм. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Вот ну, так, Тош. Да еще бы, попробуем. Везде камер понатыкаем, видеонаблюдение. Так, кают-компания. Ну, давайте посмотрим, что там у нас происходит. А, ну здесь у нас... Вот он тоже куда прибежал. В барчик, на балкончик. Как раз к девушкам, которые танцуют стриптизик. Ну, давайте поговорим с ним. Ты еще не доверяешь мне, брат? Ясен пень, нет. Пока не определишься, обсуждать нечего. А, вон оно что. Ну, давайте тогда новости смотреть. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Ух ты, нифига себе. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Ясен пень, могут. Кейт Локвилл специально для UNN из центрального мира Нефер-2. Так, ну давайте теперь с Тайкусом перекинемся это парой словечек. Это чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос. И цацкается со своими куклами. Ну и ладно. Разнообразие вносит. Разнообразие вносит. Должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Это точно, не все шестереночки. Так, ну давайте посмотрим, какие у нас тут наемнички появились. По-любому голиафы. Так и есть. Ну давайте наймем. Пусть будут до кучи, что говорится. Крутые голиафчики. Так, давайте с лаборатории начнем. Что тут лаборатория нам говорит интересного? Опять Хэнсон хочет с нами поговорить. Я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Вон наркотика, говорите? Просто чудесно. Да, это просто супер-пупер. Смотрите, контейнер с протосским образцом. Давайте почитаем, что тут интересного есть. Кристалл все еще растет, и над ним образовалось поле антиматерии. Ни хрена себе. Гравитационная аномалия, неизвестный феномен. Подозреваю, что кристалл вытягивает энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложно дифференцирована, что может сравниться со структурой живого организма, создаваемая им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранить удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. Нифига себе. Да, вот такие кристальчики протосы выращивают, видимо, у себя в огородах. Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать, что мы можем развить, если мы можем, конечно. О, можем, наконец-то. Давайте посмотрим. Обшивку мы можем улучшить. Нифига себе. Улучшение брони, увеличивающее запас прочности и здоровья на 5%. Понятно. И улучшение вооружения. Все понятно. Давайте, наверное, скорость атаки улучшим. Быстрее будут бегать, быстрее будут всех ловить. Так, с этим мы разобрались. Кают-компании были. Мы не были в арсенале, ребята.
Так, поговорить мы почему-то опять не можем. Ну, давайте хотя бы посмотрим, что у нас там в арсенале мы можем улучшить. Так, техника появилась. У нас появились... одновременно могут стрелять и по воздушным, и наземным целям. Да, вот это прикольная, кстати, вещь. И туда, и сюда могут хреначить сразу. Это здорово. То есть они универсальными машинами у нас становятся. Так, давайте на мостик вернемся и поговорим с Хорнером. Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если тоже действительно фантом, то понятно, почему Менгс пытается вас стравить. Но ведь и тоже явно что-то скрывает. Естественно. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. Не просто уверены, а доверять им. А ты, я смотрю, вообще никак не доверяешь им. Так, ну давайте следующее задание выполним. Что у нас тут? Гавань. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. Ясен пень. А может, на них напали протосы. А вон, смотрите, неизвестно вообще, какие исследования мы можем тут получить. Ну давайте, поехали. Гавань уже близко, но сигналов от... Ох ты. Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудие в боевую готовность. А, ребята, помню я эту миссию. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтаро Тосадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтаро Тосадар, Силендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейна. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Ну неужели, ребята, у нас есть ответа. Возможность выбора в этой игре? Естественно, мы девочку будем, соответственно, холить или леять, ей помогать. Соответственно, всех колонистов нужно защищать, ребята. Тем более очки зергов у нас будут. Защитить колонию, естественно. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Силендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. Ну нифига себе, даже за честь. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Посмотрим, посмотрим. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Видишь, как расцвела что прямо она. Это Ариэль. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Ну давай, давай, посмотрим, посмотрим, получится или нет. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас да, нет видно никакой сразу. Защиты от их оружия. У них охрененное оружие. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Это точно. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениально. Они бы еще с воздуха и с земли могли по разным целям бить, и воздушным, и земным. Из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Ну почему же непробиваемы? Это можно сбить их. Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль. Мы их остановим. Ну, естественно. Мы же герои, ребята. Мы, конечно, остановим их. Ну что ж, в атаку с шашкой наголо. Ну, блин, опять загрузка. Мы же ее ждали. Мы надеялись, что она появится. И наконец-то появилась загрузка, ребята.
Так, ну вот сейчас загрузочка пройдет, и мы в атаку с шашкой наголо понеслись. Что стряслось? Очертя голову, да, вот так. Давайте строить их. Я вычислил местоположение протосских нексусов, да, видим уже. Читы воздаятеля энергии. Надо, короче, уничтожить сначала нексусы, а потом уже валить сам, собственно, как его называют, воздаятель, так называемый. Давайте пока будем увеличивать количество КСМов, потому что это для нас гораздо важнее, чем все остальное. Так, построить и реактор часть построить. Колонистов не успела добраться до нашей базы. Да понятно, что просто же делать-то. Нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Так, давайте-ка разовьем как раз вот оружие нам нужно и броню развить. Так, что у нас там? КСМы пока копятся, это хорошо, пусть копятся. Давайте, тащите кристаллы, давай. Так, а хотя бы одного КСМа давайте отправим на Виспен, а то у нас Виспен закончится и все, и ау, и алё, что говорится. КСМ готов. Так, подождите, где там? Вот. Пристройка завершена. Отличненько, все. Теперь мы копим только чисто Виспена. Так, подождите, какой Виспен? Кристаллы мы теперь только копим. Да, 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 именно кристаллы нам нужны. Именно кристальчики нам пригодятся, они нам очень-очень нужны. Пристройка завершена. Отлично. Сколько там? 21. Ну, по крайней мере, лучше, чем в прошлой миссии, где было 24. То есть, дольше пришлось бы этих КСМ строить, копить. КСМ готов. Кстати, ребята, а у нас хранилище, как с хранилищами? С хранилищами у нас пока как-то жопа. Надо строить еще. Сэр, ага. Я вижу воздаятель. Он направляется появился к базе колонистов. Таки. Ну что ж, бывает. Недостаточно. Первую базу колонистов мы точно не спасем. Вот стопудово прямо. Ну давай. Понестись, сломя голову, уничтожать Нексус, что ли? Вот тут он совсем рядом, прямо нашими всеми силами, которые мы имеем только. Что-то я немножко стремаюсь, если честно, ребятки. А то мало ли нас раздолбят, а потом придут маленькие, немногочисленные, так сказать, силы протосов и уничтожат нас резко и быстро. И это будет не есть хорошо. Так, немножко поднять камеру. Так, ну что там, где там КСМы? Давайте-ка вот уже двоих отправим все-таки на Виспен. И одного на стройку виспеновую. Понял. Так, а тебя на хранилище. Ну давай. Воздаятель направляется к базе колонистов. Ну вижу, что направляется. Мы уже спасти их не сможем, к сожалению. Ну что ж, бывает. Недостаточно. Главное спасти всех остальных. Всех тех, кто остался. И в итоге у нас получается три поселения, которые надо спасти. Ну и четвертое это наше собственное. КСМ готов. Давай, КСМ, стройтесь быстрее. Вас нужно просто ту его кучу. Вон тут, кстати говоря, нифига себе, три виспеновых гейзера. Это супер. На каждый по три КСМа. Довольно-таки, я бы сказал, много. О, на нас уже напали. Офигеть. Валить, мочить. Взлетать. Это хорошо, что готов к КСМ. КСМы нам сейчас улучшение очень сильно нужны. Завершено. Так, а ты-то что у нас стоишь тут, прохлаждаешься? Давайте-ка хотя бы что ли радиовышку построим, чтобы видеть, откуда они попрут. Нападающие, так называемые. КСМов все-таки мало. Очень медленно копятся ресурсы у нас. Очень медленно.
Так, ну давайте слетаем сюда, посмотрим, что здесь вообще происходит. Стоит ли сюда соваться? Так. Опа, валить. Ой, отступать. Валить, почти завалили. Отлично, одного завалили, да и у нас тоже одного завалили. Ну что ж такое-то? Недостаточно минералов. Ну завали, завали его. Отлично, завалили. Сэр, я засек энергетический скачок. Ага, он начал действовать. Уничтожая четвертое поселение из пяти возможных здесь. Так. Давай, удиви меня. Да удивим, не переживай, что говорится. Что происходит? Так, ага, мы вот эту радиовышку построили, и это здорово. Так, надо бы что-то нам построить. Давайте здесь, что ли, бункер построим усиленный. Он нам пригодится, вполне должен пригодиться. Так, что-то не может... не может одновременно все строить, понятно. Недостаточно минералов. КСМ, и вам... Вас мне не хватает, очень сильно не хватает. КСМ готов. Так, давайте еще третий виспеновый гейзер построим, потому что я чувствую, виспена нам нужно будет ту его кучу. Ну, вот, отлично. Все, строй. Даешь разбой, отдаешь разбой. Так, вот, опять мы восстановили количество нашего флота летающего. Командир, надо строить отряд новый. Отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Да понятно, мы его еще пока не можем перехватить. У нас силенок вообще не хватает, нифига. Валить, бить, убивать. Ах ты, блин, одного завалили все-таки. Ну убивайте вы его, что ли, а? Ай, блин, обоих завалили. Ну это что ж такое-то? Что ж за подстава-то такая? Атакованы. Да вижу, что они атакованы. А толку-то от этого, что они атакованы? Так, что у нас там? Они обстреливают народ корабль. Надо строить. Мы все умрем! Что стряслось? Да не переживай, не помрете вы все, по крайней мере. Все не помрете точно. Я вам говорю. Так. Войска. Где наши тут войска-то? Есть, так, давайте-ка, наверное, еще один бункерик построим. Недостаточно минералов. Да, понятно, что недостаточно. Недостаточно минералов. Войска. Сейчас настроим, будут атакованы. Минералы вам. СМ готов. Так, ну у нас почти все КСМ, которые нам требовались, почти все есть. Войска. Надо строить уже хранилище, так как у нас... Атакована. Блин, когда они успели? Лететь. А, уже завалили. Ну ладно, отлично. Войска союзников атакованы. Да понятно, что атакованы. Делать-то что? Делать-то что нам теперь? Главное, атакованы и все тут. База. Блин, кого атакована. Там валите войска опять? Умри. Так, ну, давайте-ка лететь сюда. Так, а вы сами вот так вот пешочком сюда. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Требуется дополнительное хранилище. Скорее в атаку. Готов к трансформации. Валить. Лети сюда. Война на пороге. Войска союзников атакованы. Приземляйся. Убивать. Валите давайте этот Нексус, что ли, бляха-муха. Убивать всех. Атакован.
Да что вы заладили-то, войска союзников, да войска союзников. Сейчас мы построим вам хранилище. Дополнительные и не только. Ух ты, смотрите, зараженные люди. Охренеть, колонисты. Сидят в клетках. Ха. Так. Кстати говоря, ребятки. Давайте-ка сюда поставим. Кого вы там мочите, не продержитесь они в одиночку прям. Валите Нексус. Войска союзников атакованы. Да понятно, что атакованы. А что делать-то? Никто не вечен. Давай. Вот, отлично. Четыре будет сейчас строиться разом. Нам только войска осталось построить атакованы. Хранилище. То есть мы сейчас постепенно, постепенно давайте наращивать силенки. Вооружен и опасен. Ясен пень. Так, ну-ка спускайся. Валите этот нафиг Нексус к чертовой бабушке. Протосы добрались до следующего поселения. Да не переживай, сейчас мы всех перевалим. Нам только вот этих летающих хреновин Нексус понастроить. Нексус уничтожим. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Остановим, не переживай. Давайте все полностью уничтожим здесь, чтобы уж нам помешать никто не мог. Так, вы летать. Вот так, в полет и сюда лететь. Так, что у нас здесь? Реактор. Так, надо еще одного построить. Басоту большую из этих кораблей сделаем, и будет вообще супер, ребята. Будет просто супер-пупер. Недостаточно минералов. Так, а что, ты уже прохлаждаешься? Не будешь ты прохлаждаться у меня. Так, смотрите, у следующего Нексуса там есть ресурсы. Вон, я вижу кристаллы на карте обозначены. Сейчас только мы построим тут вот как раз вот всех этих, как их называть, викингов. И будем в атаку идти. Всех перебьем, всех перережем. Ресурсы, жаль, так медленно копятся. Вот это вот минус большой. А так вообще давай, здорово. Меня. Конечно, я тебя удивлю. Приказы будут. Бу! Недостаточно минералов. Отлично, минералы есть. Так, опять хранилище надо. Пристройка. Срочно, причем хранилище надо. Пристройка завершена, ну это здорово, здорово, что ты меня так, такими новостями радуешь, что пристройка завершена. Так, ну, летающих маловато. Давайте-ка одного сюда отправим, пусть он чинит их. Так, маловато, все равно их маловато. Маловато будет, маловато. Их должно быть у нас много, очень много. Ресурсы, ну копитесь, ну почему же вы так медленно копитесь? Есть, так, сейчас вот еще двоих построим и можно идти пока в атаку постепенно. Постепенно, постепенно, вот видите, они сейчас вот двое появятся разом, и это будет круто. Датчики энергии зашкаливают. Да, вижу, что просто зашкаливают. Они уничтожают второе уже. Колонистов. Вторую базу начинает хреначить. Остановить первую эскадру смерти. Ну, мы, видимо, вот это провалили задание. Так, давайте вот сейчас на копилку еще одного поставим, и можно в атаку идти. Да, кстати, вот этих сюда отправляем. Пусть пока там исследует все. В принципе, басота неплохая у нас получилась. Здесь у нас колонисты обитают. И вот второй Нексус. Тут вот рядом совсем, совсем рядом. Вот сейчас пойдем вот этот как раз Нексус фигачить. Фигачить изо всех сил. Лишь бы здесь у них сильно много обороны не находилось. А то будет жестко их валить. Да, вот они. Валим, 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 валим. Всех валить. Я не продержусь в одиночку. Да не, нефиг тебе в одиночку держаться. Обнаружено эскадрилья. Завалим всех. Она направляется к поселению колонистов. А как же?
валить, убивать. Блин, что они такие жесткие-то? Войска союзников атакованы. Ну давай. В принципе, побеждаем, конечно, но что-то как-то это... убивать вот этого, убивать, садиться, убивать всех остальных. Протасы нас всех убьют. Да, понятное дело, убьют, конечно, не пожалеют. Ой, блин, что тут эти? Они страшные. Так, что у нас там? Так, а где наш строитель-то, интересно знать? Давайте-ка мы еще... Так, нет, не здесь. Ага, ага, построить арсенал. Я про арсенал-то, ребята, совсем забыл. Там же можно построить такую... Точнее, развивать броню воздушных судов. И это круто. Отлично, еще один нексус уничтожен. Да вы вообще супер, ребятки. Так, давайте вот, вот так вот сделаем. Готов к трансформации. Отлично, валим всех. Давайте складывайтесь быстрее. Сейчас последний Нексус останется нам уничтожить, и будет круто. Все, полетели сюда. Пойдем сейчас немножко в обход. Пойдем в обход, чтобы нас никто не уничтожил. Потому что нормальные только герои всегда идут в обход, ребятки. Последний Нексус остался. Что у нас там копятся? Войска союзников. Наши войска-то. Давайте аккуратненько. Нас тут немножко меньше. Тем более мы покоцаны. Надеюсь, здесь этих колоссов не будет. Так, здесь у них... Во, у них тут вон оно что. Атакованы. Так, давайте вот этих уничтожим быстренько. Отлично. Ух ты, нифига себе, там кто ползет. Давайте воздушную ихнюю оборону уничтожим сначала. Вот ты, шикарно. Так, спускаемся вниз и валим вот этих штуковин, как их называют, не помню уже. У них охрененные щиты, зато у них ХП очень мало. Но мы все равно и их завалили. Так, давайте вот так обойдем. Обойдем их так стороной, чтобы валить Нексус. Вот, вот таким образом. Ай, блин, корабль. Взлетать. Всем взлетать, убивать корабль. Убивать, быстро убивать всем корабль. Блин, они почти нас раздолбали. Почти добрались до следующего поселения. Да нифига они не сделают, не переживай. Войска союзников. Деючка, не переживай. Мы сейчас всех завалим. Отличненько, сейчас всех завалим здесь. Так, вали всех. Все, Нексусу конец, криндец, шминдец. Так, будем защищать вот эту хотя бы, получается, колонию. Она как раз тут рядом. Так, реактор. Так, чувака тоже сюда отправим, он будет чинить их, по крайней мере. Так, что у нас здесь? Здесь у нас народ пусть копится. А давайте-ка Голиафов А, у нас недостаточно, ну все понятно. Вот наши двое, трое точнее, валят, героически уничтожает этот Нексус последний. Так, а сюда мы, соответственно, наши кораблики будем переводить. Да, вот таким вот образом. Летите сюда сразу же, напрямую. Так, что там у нас с ресурсами с нашими? Так, ох ты, это что это было? А, мы последний Нексус уничтожили, отличненько. Отличненько, давайте взлетайте, уж доваливать все не будем. Здесь их, собственно, и встретим. А они колонию, кстати, еще не... А, они начали колонию фигачить. Ну ладно, пусть фигачат колонию, мы главное, что... Уже здесь будем их встречать. Так, и Голиафа, кстати говоря, тоже тут... Давайте сюда приведем. Так, что у нас тут...
двоих построили. Так, и теперь вот этих сразу по два будем. А, давайте отсюда вот двоих уберем. И здесь сразу двоих поставим. Пусть они копятся. Они же быстрее получаются. Если две казармы сразу будут по два выпускать, это будет в разом 4. И это есть круто. Ну давай, давай, копите ресурсы, копите. Можно было бы, конечно, здесь еще две сделать базы, давай, но это долго, это растягивать сильно по времени неохота. Это сами понимаете, ребятки. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда. Да мы, собственно, там и не тусовались, так что не бойся. А, прям так за нас боится. Что будто нас убьют, кто-то нас сможет убить. Никто не сможет, ребятки, никто. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Ох ты, блин, ребята, хранилища. Где? Где КСМ? КСМ, негодяй, строй хранилище. Да ёлы-палы. Строить хранилище. И ты тоже строить хранилище. Давайте, 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 копите минеральчики, копите, 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 копите. Недостаточно минералов. Отлично. Так, что у нас тут басота уже? Слушайте, ребята, изрядная басота получилась у нас. Еще и один голиафчик даже. Сейчас, если еще хранилище построим, это будет круто. Ох ты, месторождения минералов начали уничтожаться. То есть нам нужно минералы, чтобы построить еще одну. Да я знаю, что... Да пиндец этой эскадрильи протосов. У нас вон войска какие. Давайте их вот здесь вот встретим. Прям в самом начале. Залпом единым. Хренась. И здесь залпом единым. Хренась, все щиты сбили. И здесь тоже так же. Фига, мы их с первого выстрела уничтожаем всех. Спасибо. Естественно, спасибо. Третью эскадру смерти мы уничтожили, да. Так, что у нас здесь? Так, и сюда надо тоже подкинуть. Ну что ж, мы можем, в принципе, Nexus уничтожать. Вполне, вполне можем уже... Точнее, не Nexus, а вот этот, как он его называет там... Материнский корабль-воздаятель. Вот, его мы можем уничтожать. Сейчас мы туда попрем и над вот этой водой уничтожим его. Даешь разбой. Все. Отлично, их просто туева куча. Наших корабликов. В атаку, с шашкой наголо. Вперед! Ура! Начинаем фигачить его. Его щиты. Фигась, ух ты, ни хрена себе. Наш отряд в подпространство. Охренеть. Переместил. Эй, скоро это когда? Они так хорошо начали фигачить его. Блин. Ёперный бабай. Он один. Фигась, он почти всех переместил. Все, получите. Получите разом в залпы. Да в одиночку и не надо тебе держаться. Мы тут почти этого воздаятеля грохнули. Уже больше половины хп вынесли, выхлестнули ему к чертовой бабушке. Давай, мочить, мочить. Героическая победа ждет нас. Мы почти уничтожили их. Где там наши... О, здесь еще одна толпа наших корабликов. Во, все завалили. Если бы он не затянул нас всех в черную дыру, то мы бы их завалили быстрее гораздо. И раньше. Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Протосы отступают. Бегуть. Прям, как не знаю, шавки какие-то поджавшие хвост. А мы победители. Что твоя вера в колонистов? Окажется не напрасной. Ясен пень, не напрасной. Ну вот, ребята, мы прошли эту миссию, правда, без дополнительных ачивок, но тоже неплохо. Ну давай, давай.
Загрузочка наша любимая. Загружайся, ёпта. Ну и, естественно, небольшая наверняка заставочка будет. Давайте смотреть. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Такой плохой парень. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Ну что ж, он может быть и не хороший человек, зато он герой. Ну что ж, ребята, в общем, серию мы на этом нашу закончим. Итак, серия получилась больше часа. Всем спасибо, кто был на канале Fallout 87. С вами был Fallage. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем это видео и распространяем его среди друзей. Всем пока.